дело было летом 2009 года. Пришел устраиваться на работу. Зашел в приемную нашей организации. Отдать резюме, заявление на приеме о работу. А тут она. Работал себе, работал. И тут вдруг искра какая-то пронеслась между нами. До этого она также спортом не увлекалась. После того, как познакомилась со мной, стала посещать футбольные матчи, узнавать моих футбольных друзей, мою футбольную жизнь. За это я ее люблю.